Shall we begin? Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Сегодня мы будем готовить всем известный чешский ликер Бехеровка. Как известно, рецепт Бехеровки – это есть секрет. И на эту тему в интернете есть несколько вариаций этого рецепта. Я вот нашел один из такой самый более для меня подходящих. Для этого нам нужно, собственно, пол-литра спирта и пол-литра воды разведенных, пол чайной ложки цедра апельсина, 1/4 чайной ложки кардамона, 10-15 гвоздик, 8 горошин черного перца, пол чайной ложки аниса и 2 чайных ложки молотой корицы. У меня же есть просто она в палочках, так что возьмем одну среднюю палочку. Начнем готовить. Для начала начистим цедру апельсина. This is not a drill. Допустим, здесь эквивалент пол чайной ложки цедры апельсина, если ее высушить. Раздавим скалкой корицу. Также мы немного разомнем кардамон. Всыпаем все пряности в банку. Заливаем все разбавленным спиртом. Хорошо все, конечно, взбалтываем. Ставим это все настаиваться в темное, теплое место. Будем настаивать примерно неделю. Потом посмотрим. Потому что в рецептах пишет от 5 дней до месяца. Через неделю узнаем. И снова здравствуйте всем. Решил я настаивать Бехеровку не 7 дней, а 10. Поставил на 10 дней. Цвет у нее стал очень интересный. Коричневый, оранжево-коричневый такой. Красивый, благородный. Сейчас мы ее процедим. Вливаем сироп, размешиваем и дадим еще постоять пару дней, пусть оно отдохнет. Прошло 2 дня, Бехеровка постояла, смешалась полностью с сахаром, ну и настал радостный момент дегустации. Начнем. Запах. Аромат сбалансированный, хороший. Корица. Гвоздика больше выделяется. Вот гвоздика, да. Вот она пока преобладает. Кардамон чувствуется. Цедра апельсина не чувствуется почему-то. Ну и на фоне всего такой мягкий-мягкий анис. Вкус классный. Сахарок все смягчил, скажем так, заувалировал в одну кучку. На вкус хорошо, но чуть-чуть бы меньше гвоздики, да, чуть-чуть меньше гвоздики и чуть больше какого-то цитруса. Думаю, даже можно было бы вместо апельсина лимона или цитрус лайма. Да, хорошо. Закусим яблочком, как говорят люди. Класс. Надо будет выпить еще. Ну, если сравнивать с аквавитом, который я делал, ссылка вот будет, сейчас видите, да, то аквавит более по вкусу обширней.
там такая гамма, то есть именно цитруса больше чувствуется. Но вот здесь он такая вот, скажем, в кучке. Наверное, из-за сахара, потому что здесь сахара больше. В целом, рецепт хороший. Сделать его может каждый, даже студент в общаге. Так что, нежели пить просто водку, то можно сделать такой бехеровки. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Пока.